Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. John Wick 2. Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой, Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире. Геракл. Более 1000 лет назад измученная душа скиталась по земле. Полубог-получеловек, Геракл, могучий сын царя богов Зевса, совершив все 12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение только в кровавых битвах. Столб земли. Время действия. Англия, 12 век. Тяжелое, смутное время, жестокие нравы. Граница между добром и злом настолько условна, что легко сделать неверный шаг, принимая решения в масштабах целого государства. Вечная борьба за престол, постоянные войны, предательство церкви. Великолепная экранизация одноименного романа Кена Фоллета никого не оставит равнодушным. Смертельная гонка. Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. Вместо того, чтобы выпустить его на свободу, тюремщики заставляют его вместе с самыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на Земле. «Вход тьмы» 2007 года. Жизнь главного героя переворачивается, когда он случайно узнает, что судьбой ему предначертано стать последним из бессмертных воинов, посвятивших всю свою жизнь борьбе с силами тьмы. Наш герой отправляется в путешествие через века, чтобы найти 6 элементов, которые помогут ему предотвратить восход тьмы. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!